19 августа в ландшафтном парке Тьмака в Твери... 19 августа в Тверском ландшафтном парке Тьмака пройдет гастрономический фестиваль Верхневолжья. Для гостей подготовили развлекательную программу. С полудня все желающие смогут принять участие в окрошко-квесте и самостоятельно приготовить популярное летнее русское блюдо. Гостей мероприятия ждут турниры по волейболу и шахматам, интерактивно-развлекательные площадки, мастер-классы, большая игротека, конкурсы и розыгрыши с возможностью выиграть ценные призы. Кроме того, все желающие смогут посетить веревочный парк, прокатиться на сап-доске или провести время в зоне отдыха. Гости праздника смогут посетить различные интерактивные площадки, где будут проводиться розыгрыши и лотереи. Ну и, конечно, какой праздник без музыки? На сцене фестиваля будут играть самые популярные кавер-группы, а гостем, специальным гостем нашего фестиваля станет известная артистка Карина Кокс.